Всем привет! Хочу представить вашему вниманию свое новое устройство – поворотный стол для видеосъемки. Как дома появился 3D-принтер, сразу захотелось самому собрать что-то подобное. Корпус сделал из коробки от восточных сладостей. Мотор от микроволновки, был куплен с Китая. Все пластиковые детали для корпуса я напечатал на 3D принтере. Для этого пришлось смоделировать сам мотор и сделать для него детальки. Ссылки на эти модели оставлю в описании, может быть, кому-то еще пригодится. После сборки обнаружил, что стол сильно раскачивается на валу мотора. Нашел ненужные ролики от принтера и допечатал для них крепление. Проблема сразу была решена. Попользовавшись столом, совсем не понравился вид фанеры. Купил двустороннюю подложку для торта, и вид стал гораздо лучше. Все фигурки и видеоролики напечатаны на моем 3D принтере. Кому интересно, можете вступить в мою группу или просто посмотреть публикации. Ссылку оставлю в описании. Кому было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.